Всем привет! С вами канал Артмания. И снова эта красота. Здесь памятник солдатам. Ну, правда, сзади, конечно, немножко. Но такие цветы классные, красивые. Прям не смогла спокойно пройти мимо солнышка. 28 градусов у нас сегодня. Так вот, ну, тепло. Тепло классно. Там желтенькие бархотки, да, по-моему, это называется. Тепло на солнышке, тепло прям вообще офигенно. Мне нравится на солнышке стоять. Тут березочки, травушка. Здесь архив, где можно про нас с вами найти очень много интересной информации. Столетний. Красиво прям. Невозможно. Иду сейчас опять в сквер. Сейчас буду снимать все там. Там травка тоже зеленая, лавочка есть. Хочу на лавочке посидеть. Жалко, вот тут, конечно, фонтана нет. Там фонтан должен быть, но его нету, к сожалению. Его не ремонтируют почему-то, очень странно. Там просто мусор. Это вот обидно. Тропинку сделали. Тут, кстати, боярышник. Цветочки, смотрите, какие. Мне кажется, вот это на душицу похож. Вроде душица тоже какая-то. Хотя нет, это не душица. Но похоже. Цветочки какие. Под вечер в парке начинает появляться народ. А никого не было.